Суток, это шоу «Взрослые против детей». Говорят, что устами младенца глаголит истина, а еще говорят, что в каждом взрослом живет ребенок. Но сегодня мы не будем выяснять, какая из этих поговорок правдивее. Мы будем выяснять, кто умнее, взрослые или их дети. И специально для этого мы приехали в детский игровой центр «Ковбой Парк». Бэм! Ну а сейчас предлагаю познакомиться с нашими участниками. Юлька, 38 годиков, любит спать до обеда, ничего не делать и получать за это деньги. Хобби – краситься. Замужем, как ее вообще взяли в жены, до сих пор остается загадкой. Марк Николаевич, 6 лет, получает диплом выпускника детского сада. Холоден, собран, расчетлив, холост. Но очередь из невест уже огромна. Считает себя везде первым. Хобби – рисовать, танцевать, лепить из пластилина. Коллекционирует мягкие игрушки. Прямо сейчас мы определим очередность участников. Кому я буду первому задавать вопросы? И сделаем мы это самым страшным рыком. Я попрошу вас сейчас прорычать, как лев. Чей рык меня испугает больше, с того я и начну. Ау. Это разве страшно? Ну что, Марк Николаевич, готовы показать класс? 3-4. Рык льва. Блин, ну Марк Николаевич гораздо страшнее рыкнул. Ну что поделаешь? С тебя и начнем. Итак, первый вопрос тебе. Марк Николаевич, скажи, пожалуйста, сколько дней в неделе? Есть варианты ответов. 5, 6 или 7? 7. И это верный вариант ответа. 1 балл Марк Николаевичу. Отлично. Юля, вопрос я тебе. Я как-то сам не знал. Сколько ног у паука? 4, 6 или 8? 6? Ой. 8. Стоп. Первый вариант был 6. Это неправильный ответ. Итак, у тебя есть шанс ответить правильно. Сколько ног у паука? 4 или 8? 8. Молодец! Ну как? На таком простейшем ты уже посыпалась. Ну что, Марк Николаевич, погнали дальше. В чем обычно хранят деньги? В руке, в матрасе или в кошельке? В кошельке. В кошельке! Молодец! Слушай, ну просто в сухую тебя делает. В сухую делает. Юлька, давай, собирайся. Я поборюсь, надо что-то делать, да. У скольки месяцев 28 дней? Варианты ответов. У одного, у пяти, у всех. У одного. Ну, вообще-то 28 дней, давай спросим у Марка Николаевича, потому что вариант неверный. У скольки месяцев 28 дней? У пяти или у всех? Не знаю, у всех. У всех. И это верно, ведь у всех месяцев есть 28 дней. Это вопрос подвоха, Марк! Ну, конечно же, конечно. Марк Николаевич просто человек опытный, знает уже все эти вещи. Двигаемся дальше. Вопрос к Марку Николаевичу. Как называют детей утки? Лошадята, тигрята, утята. Утята. Утята, ну конечно же, конечно же. Слушай, ну в сухую, просто уничтожает. Юлька, давай, собирайся. Мы должны, взрослые должны хоть что-то. Мне нужна поддержка. Да, я за тебя. Какая планета ближе к Солнцу? Венера, Марс, Меркурий. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Давайте подскажу, она самая маленькая. Марс. Ну ты чё? Марк Николаевич, ну что это происходит? Ну вообще, вступую, ты просто в первом раунде. Два варианта. Марс не подходит. Венера или Меркурий? Какая ближе к Солнцу? Венера. И тоже неверно. Меркурий – самая близкая планета к Солнцу. Друзья мои, этот балл не достался никому. Да, но ничего страшного. Марк Николаевич, к вам вопрос. Какой цвет у ягод черники? Черный, белый, темно-синий. Вроде бы темно-синий. Темно-синий – это правильный вариант ответа! Даже, смотри, на чернику не повелся, да? Сколько континентов на планете Земля? Варианты ответов – 5, 6 или 7. Какие есть континенты? Что такое вообще континент? Марк Николаевич, ты знаешь, что такое континент? Думаю, я не знаю, да? Не знаю. Континент? Марк Николаевич не знает. Хоть что-то он не знает. Ну давай, три варианта ответа – 5, 6 или 7. 5, 6 или 7? 7. Это, к сожалению, неверный вариант. Ну, Марк Николаевич, 5 или 6 континентов на планете Земля? 6. Ну, вообще,
Многие ученые спорят, да, либо 5, либо 6. Вот если бы ты ответила 6, я бы с тобой, наверное, бы поспорил и сказал бы нет, неправильный ответ. Но Марк Николаевич, я засчитаю это как за верный ответ, потому что Антарктиду тоже некоторые ученые считают континентом. Да, 6. Что можно принимать в ванной? Марк Николаевич, к вам вопрос. Гостей можно принимать в ванной. В ванной можно принимать еду. Или в ванной можно принимать душ. Душ, ну конечно, это душ. Ну отлично, великолепно. Я иду иногда принимаю. А я гостей. Но мы с тобой взрослые, дети знают правильно. Их устами глаголит истина. Какого цвета нет на флаге Бурятии? Желтый, синий или красный? Красный. Ну здесь-то патриотизм-то, конечно, господи. Ну это-то не знать, это-то не знать. Отлично, у нас есть один балл. Сколько пальцев у человека, Марк Николаевич? 18, 16 или 20? На руках и на ногах. 20. Точно 20? Ты хорошо посчитал? Все пальцы? Ну-ка. Точно 20? Да. Все. Это правильно. Великолепно. Великолепно. Молодчина. Ну и последний вопрос в этом этапе, друзья мои, на общее, да, там, так сказать, знание, на общую эрудицию. Что у белого медведя черное? Уши? Хвост или нос? Нос. Блин, ну ты знала. Ты видела белого медведя? У белого? Ты даже не услышала такого. Нос. Ну, конечно, нос всегда черный. Слава богу. Отлично, друзья мои, на этом первый этап закончен. Прямо сейчас подсчитываем баллы и переходим ко второму этапу. Ну а пока мы подсчитываем итоги, полезная информация для всех, чьи дети, так же как и Марк Николаевич, выпускники детского сада или же начальных классов. Ковбой Парк запустил акцию «Выпускной под ключ». Часто на организацию детского праздника уходит очень много времени. Мы предлагаем альтернативное решение. Это выпускной под ключ. Туда входят шоу-программы, безлимитные билеты на посещение целого парка. И это еще не все. В программу входит яркий аквагрим, веселые аниматоры и море угощения детского меню. Ковбой Парк – это огромное пространство для детского веселья. Батутная арена, сухой аквапарк, игровые зоны, кафе и тематические комнаты для мальчиков, ну и для девочек. В наши пакеты входят разнообразные шоу-программы. Это такие, как «Влад А4», шоу-сюрприз, шоу-тик-ток и, конечно, для самых маленьких шоу «Гарри Поттер», куда вы можете погрузиться в волшебную атмосферу парка и своего выпускного. Выпускной под ключ – это выгода на 25%! Праздник для одного ребенка выйдет по минимальной цене, а вот запомнится ему этот яркий день на долгие года. Успевайте бронировать свой выпускной. Запись уже открыта. Ковбой Парк. Территория смеха и радости. Мы начинаем второй этап, в котором мы будем показывать картинки очень известных персонажей. Задача наших участников – угадать, что за персонаж изображен на этой картинке. Начинаем с Юлии. Смурфики! А почему ты так подумала? Потому что они синие. А кто еще может быть синий? Синий. Все. Давай не будем торопиться просто, да, здесь нет вариантов. Кто еще вот так вот показывать любит? Мы еще не засчитали. Такие фиксики. Большой-большой секрет. А какой персонаж там был синий? Этот, как его? Есть единичка, есть двойка, а есть... Нолик! Отлично, молодчина. Молодчина. Нолик, действительно, персонаж Нолик. Это действительно персонаж Нолик. Да, я знаю его. Переходим к нашему Марку Николаевичу. Смотрим. Пока что не отвечаем. Теперь отвечаем. Чебуласка. Там апельсины. А, потому что он любит апельсины. Ты смотрел Чебурашку? Да. Тебе понравился? Да. Отлично. И это правильный ответ. 1-1. Смотрим. Внимательно смотрим. Это я не знаю. Что-то знакомое? Современные дети вообще тащатся по нему. Многие родители говорят, это ужас. Все. А современные дети по нему тащатся. Синие опять. Да, ну конечно. Все синее тебе. Хаги-ваги! Взрослые. Хоть здесь-то взрослые где-то, да? Ура! Чуть-чуть. Внимательно смотрим. Человек-паук. Человек-паук. Как ты догадался? Я знаю его по костюму. У тебя есть костюм Человека-паука? Да. Серьезно? Да. А ты умеешь паутину? Ну, ты прав, ты прав. Это Человек-паук, действительно. Переходим к следующему.
Русалочка Ариэль! Как догадалась? По хвостику. По хвостику? И там чуть-чуть волосы. Ну да, действительно, это она. Но это специально был вопрос для тебя, для девочки. Спасибо. Все девочки должны знать Русалочку Ариэль. Марик. Тут сейчас сложный вопрос. Такие старые былинные персонажи были. Они там против всех боролись, у них еще там конь был, их было трое. Помнишь? Это как-то... Ну, помню этот мультик, правда, я не помню, как он называется. Это «Три богатыря». Какой из трех изображен здесь, на этой картинке? Добрыня Никитич, Алеша Попович или Илья Муромец? Алеша. Алеша. Ну, это неверно. Илья, Илюша. Илья, Илюша, Илюша, конечно же, Илюша, Илюша, ты ждала, конечно, ты ждала. Я даже не видела. Вы мне даже не показали. Молодец. Вопрос тебе. Смотрим. Волк из... Ну, погоди. Ну, конечно же, это правильный вариант ответа. Кто еще может так красиво выглядеть? Вариант к тебе. Блин. Синий трактор. Как ты сразу молодчина. Да, конечно, это синий трактор. Ну что, друзья мои, на этом этап с персонажами у нас закончен, и мы переходим к последнему, заключительному этапу, где нам нужно будет угадать мультик по музыке. Ну все! О, господи! Вот это как? Слушай, там в самой музыке была подсказка. Там очень часто хрюкали на фоне так. Ой, я там прям... Я знаю. Как... О, давай. Свинка Пеппа. О, молодчина. Да, все это верно, свинка Пеппа. А, вторая композиция. Угадываем. Все, есть вариант. Как там вот это? Круглые. Они. Вот это как там? Со смехом еще связано название мультика. Там есть Крош. Кос. Копатыч. Копатыч. Нюша. А, вот эти как там? Как там их зовут? Ну давай. Смех. Смеша. Смешарики. Эй, смешарики, да правильно, молодец. Ну, чуть-чуть заволновался, но ответ-то, логика ответа была верна. Засчитаем этот балл, конечно же. Я знаю. Ну, давай. Простоквашино. Все верно, Простоквашино. Ты смотрел Простоквашино? Да. Кто там есть? Какие персонажи в Простоквашино, ты помнишь? Подстаём Петьки. О, молодец. Следующая композиция. Слушай внимательно. Я знаю эту музыку, правда, не помню, как она называется. Из какого мультика? Кто ее поет? Как-то золотые манки. Их много. Они любят бананы. Миньоны! Молодчина, это миньоны, конечно же! Ну и последний, самый сложный. Здесь нужно прислушиваться к звукам. С этой композиции, с этой музыки начинается фильм. Давайте сразу вам скажу, этот фильм один из последних, совсем недавно выходил. Многие дети вообще его смотрели, но это не Чебурашка. Сразу, да, понятно, что это не они. Чебурашку мы уже загадывали. Слушай внимательно. Сейчас там будет подсказка в самом начале, звук. Вот сейчас. Давай. Соник. Это Соник, ну конечно же. Костя, мы знаем звук. Аватар там тоже синий. По кольцам. Да, по кольцам, молодчина. Дай пять. Красавчик, вот так вот. Ну что, друзья, нам осталось только подсчитать баллы и узнать, кто же победил. Взрослые или дети? И победителем становится Марк Николаевич! Ну а мама Юля проиграла, но ее мы тоже поздравляем. Ну а для тех, кто досмотрел это шоу до самого конца, мы подготовили подарок. Ковбой Парк подготовил для вас эксклюзивное предложение. Одна игровая комната на целый час бесплатно.
Просто наведите камеру вот на этот QR-код, который вы видите на экране, и зарегистрируйтесь. Акция длится до 20 марта. Успевайте порадовать своих любимых!